Привет, меня зовут Крашенинников Дмитрий. Сегодня с Олегом гуляем, на улице не жарко, градусов 10 всего. Поднялись на Жадромскую гору пешком, обычно мы сюда на машине ездим, потому что в жажу, в тепло Олег просто не вывозит этого подъема. Подъем очень крутой, и наш дом вон там. По ощущениям, уже осень. Хотя и так конец августа. Что это, палочка что ли? Маленькая такая. Маленькая, но зато своя. Все еще со своим обрубочком бегает. Олег, да выбрось ты ее. Найдем тебе нормальную палочку. Давай. Это жопка. Ладно, погуляли и хватит. Надо домой идти. Всего вам доброго и удачи. Пока.